Злой я. Здрасте всем. Видео для Германа Оскаровича Грефа. Герман Оскарович, вот я в вашей структуре получал карточку по перевыпуску. Час. Один час. Ну, как бы, блин, 2018 год уже. Американцы вон машину в космос запустили обычную. Вы говорите везде и всем, что у вас прогрессивный банк. Вас так приятно послушать на различных мероприятиях, где вы выступаете. То есть говорите правильные вещи, а в своей структуре порядок навести не можете. Ну, куда это годится? Вы же сами за развитие. Вы же сами за какое-то ускорение всех процессов. Вот про ученых был с вами сюжет, смотрел я. А у вас же у самих все тормозится. Люди час карточку получают, один час дальше. Подошел я к автомату, к терминалу, чтобы ее, ну, к онлайн-банку подключать. Один раз подключили, не подключилось. В другой раз вставили, подключили, не подключилось. Третий раз. Раза 4-5 пробовали, пошли к другому терминалу. Там два раза попробовали. Ну и мне сказали, типа, ну, приходите в другой раз. Как бы, я не знаю, что за хрень-то такая, Герман Оскарович, вы как бы уже, не знаю, либо тогда не ставьте себя как прогрессивного человека, потому что, как бы, вот нашу организацию взять, здесь все быстро происходит. Сложные задачи выполняются, конечно, долго, бывает 2-3 дня, но так это зависит. От загруженности, это зависит от сложности задач. А у вас-то карточку получить, то есть она там уже лежала. В итоге показал паспорт, улыбнулся, и все равно она ни хрена не работает. Как бы так. Ой, ладно. Да, девочки, коллектив прекрасный у вас там, никто ни в чем не виноват. Виновата организация труда. Дальше. Сейчас еще замонтирую. Сюда же сюжетец про номерки. И там у вас вот у меня была карточка номер... не карточка, а как сказать, жетончик или что у вас там такое. При входе получаешь из аппарата, типа, чтобы очередь электронная была. Вот эту бумажку с номером твоим. Вот. Кабинет 7. А, или окно 7. Ну, посмотрел так, там у вас 3-4... Ушел в другое место, думаю, там, наверное, 7. Сижу, потом пришли уже за мной и сказали, чувак, пошли туда. А там, блин, вот видно, где всем написано 3-4, а дальше на другой стене скромные две таблички 7-8. Кто так делает? Кто туда к вам заглядывает? У вас там как бы техническое помещение, в принципе, сидят барышни, работают. Не знаю, я вот туда даже что-то... Мысли не было даже посмотреть, заглянуть, изучить. А вдруг у вас там какие-то номера с окнами висят? Как бы вот это просто какая-то жесть. Таблички надо вывешивать на удобном месте для людей. У вас же банк для людей, я думаю, да ведь? Которые, допустим, первый раз к вам пришли. Я вот хожу к вам раз в 1000 лет, и все. То есть, как бы, просьба как-то организовать иначе, потому что рабочее пространство. Люди не все смотрят по сторонам и не изучают все подряд. Конечно, за час стояния в очереди у меня было полно времени. Но если так, у вас такой расчет, то да, тогда все вы сделали правильно. Ладно, давайте вам удачи и как бы развивайте свой бизнес. Кстати, спасибо. Ваши карточки просто тащат и рулят, кстати говоря. С ними просто и удобно жить. Ну, в нашем 18-м году. А вот получать карточку — это просто какая-то жесть. Ладно, всем удачи, пока.